Добрый день, дорогие наши друзья! Мы вас всех приветствуем из вот такого красивого, прекрасного ирландского сада. Сегодня немножко серенько, но наш отпуск, наши дни прекрасные заканчиваются. И сегодня мы снова отправляемся в гости к Жанниной подруге, к Ире. Она нас тоже пригласила в гости. И, конечно же, без вас мы никуда не пойдем, поэтому приглашаю вас тоже с нами и будем гулять вместе с вами. Погода здесь меняется каждые 5 минут. Видите туман вдалеке, и потом может внезапно полить дождь, может внезапно выглянуть солнышко. Но мы едем, здесь жизнь продолжается, не останавливается, как у нас в Италии. Если дождь, то мы никуда не идем. Нет, нет, нет. Здесь идем, едем и радуемся жизни. И вся Ирландия так живет. Здесь просто, девочки, здесь просто рай на земле. Рай на земле. Сейчас мы заедем в магазине, погуляем, и вы тоже гуляйте, пожалуйста, вместе с нами. Заехали в большой магазин погулять. Жанна где-то там далеко-далеко гуляет. По сумкам погуляли. Между прочим, есть хорошие сумки тоже. Например, мне понравился вот этот рюкзачок. Вот такой. Крутой, между прочим, вот этот рюкзак. Мужские. Только цвет. Да, Шисон или марки. Но, женский. Хорошие сумочки очень. Это аутлет. Все, видите? Эль колоре но ми пиаче. Цвет мне не нравится такой. Да. Куда мне такой цвет? Вот этот красивее. И то обязывает вот этот. Да. Лучше мне больше вот такой нравится, бежевый. Но такую тоже куда я одену? Никак-то не... Ну да, только на базар. Да. Да, очень хорошие сумочки. Да, такие сумки женские здесь. Очень хорошие. Цены у них довольно-таки со скидками. Ну, как аутлет, да, как аутлет. Хорошие цены такие. О, да, вот такие хорошие бьюти сумочки маленькие. Очень тоже, вот чисто кожаные они, например, красивые такие. Ну, как-то. Рюкзачки. Много рюкзачков. О. Видите, да? Сейчас я вам цену скажу этой сумки. 100 евро. За 100 евро мускино. Аутлет. Нам уже остался сегодня, завтра мы уже улетаем. Где Жанна? Так, здесь все. Духи, не знаю, где даже. Такой огромный магазин, что даже не успели еще просмотреть. Ой, зашли в магазин. Мы сейчас идем к подруге ее, в гости. Зашли что-то взять к чаю. Смотрите, какой красивый здесь хлеб тоже. Ой, какой хлеб, Жанна! Смотри, какой хлеб! Обалденный! Дома нету? Дома нету у нас хлеба, не печень. Ну, который вы любите, такой берите. На семечко. Очень красивый, аппетитный какой. Разные булочки. Массимо! Ку-ку! А здесь разные. Я не знаю, что здесь написано и с чем они. Вот это, наверное, с сыром, да, Жан, вот этот? Это с сыром. Видно прям сыр. Это, здесь орехи вижу. Видимо, орехи и... Да, здесь какие-то семена. Оливки. Это клюква и семечки. А мы какую взяли? А ты семечками в пакете взяла? А я с семечками. Боже мой, какой ассортимент! Боже, видишь, только был пан, Массимо. Quanti chili, quanti tipi, quanto... Sì, mamma mia, che bello. Здесь булочки просто. Просто булочки. Это еще не все, оказывается. Еще здесь, вот посмотрите, еще за витриной.
Боже мой, там просто продавец стоит, я не хочу его снимать. Какой хлеб, он уже нарезанный, даже здесь очень вкусный. Очень вкусный, видно, улыбается. Мне очень доброжелательные люди здесь. Вот такой. Ну, прям я на хлеб зап... О, там еще за мной, вон, посмотрите, сколько девочки. Да, здесь булочки. Сколько вкусняшек. Сколько вкусняшек. Посмотрите. Ну, вот это знаменитые ирландские булочки на завтрак. Ой, 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 у меня уже слюнки потекли. Мама мия, массиму, мама мия, массиму. Мама мия, массиму, болью саджары тутто. Хочется, говорю, все прям попробовать. Коза, коза. А тут и дольче. Все, говорит, мне нравится. Все, си. Да, забежали еще в один магазин. Такой маленький диванчик, ну просто маленький. Вот угол-угол. 1115. Ну и, конечно, он итальянский. Вот эти столики. 135, 101. Табуреточка. Да, и там тоже... Просто интересно цены. 1022 стол. Стулья отдельно по 200 евро. А? А, Исола, банконы. Си, вот эти диванчики. Ага, 167 евро, говорит Массимо. 700 евро стол. Стулья отдельно. Ну да, очень дорого. Ну, хотя, наверное, что-то как-то. Хотя, наверное, что-то как-то можно подыскать. Андямо ведере, куда-то же она с Тамиком бежали. Впереди. Так, Массимо Вени. Вот такой 750. Видите, какие чел ветру сопра, мне пьяще кусту. Фатто, ке копри кон иль ветро. Вот такой наборчик здесь. Дуриссимо. Я уже сказала, да, да. Ну, он же дурак, знаешь? Да, да. Дуриссимо. В итальянский же латыни очень. Красивая. Актус 3. Приехал итальянский мастер. Вот так живем. Вот так прилетела ко мне Жанна, чтобы подстричь. Дичи мы аривата до Италии, на парукера Жанна, кема итальянский капель. Чтоб я так жил всегда. Вы зовите, мы прилетим. Да, я попробую. Все время вас зовем. Да, я знаю. Знаю. Вот такой нас... Столик уже красивый. Вы здесь уже были, девочки. Это вот вторая подруга. И вы уже здесь были. Да, и мы здесь были. Вот они мы. И все. Кое-что лепили. Еще. Кое-что лепили, да. Помнишь, мы лепили тут? Да. Прошу. Ты всегда да, красивая. Девочки, да. Мы посидели буквально часок, наверное, и потом узнали, что нам нужно немедленно выезжать за Жанниным младшим сыном. С работы надо было его забрать, так как никто не успевал его забирать, были все заняты, а мы находились где-то час-полтора от города.
И поэтому мы просто бегом, и все расстроились, Ира тоже расстроилась. Сказала, нормально посидеть не дали, ну что это такое? Я говорю, Ирочка, не беспокойся, мы еще прилетим когда-нибудь к вам и обязательно посидим. Так что мы возвращаемся, надо успеть на работу. И все, я уже буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было тоже интересно с нами погулять. И до новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.